Всем привет, с вами Павел Косенко. Сегодня у меня для вас наглядная демонстрация того, как меняется солнечное освещение в утренние часы. Это особенно важно учитывать при пейзажной съемке. Монастырь Нараванка в Армении окружен горами, поэтому солнечные лучи появляются здесь уже после рассвета, когда солнце приподнимается над горизонтом и заглядывает в ущелье. Первый кадр я сделал в 8:54 утра. В это время было уже достаточно светло, но картинка получилась плоской. Примерно через полчаса появилась первая игра света. Но и это пока еще не прямые лучи солнца, а отраженные от красной скалы справа. Само же солнце восходит над ущельем с левой стороны. Постепенно рефлекс справа усиливается, и в какой-то момент времени первые лучи слева касаются крестов на куполах. Дальше мы видим, как солнце поднимается все выше и выше, и через несколько минут здание освещается уже целиком. По мере увеличения количества света в этом сюжете, выдержку требовалось сокращать, чтобы избежать клиппинга в светах. Это неизбежно привело к постепенному потемнению заднего плана. Какая из этих фотографий получилась наиболее интересной, решать вам. Лично мне больше всего нравится вот этот кадр, где рефлекс справа дает картинке объем, и при этом первые прямые солнечные лучи уже начали освещать кресты. Надеюсь, это короткое видео было интересным и полезным. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!